экстренно. У мамы Анастасии Заворотнюк проблемы со здоровьем из-за состояния дочери. 76-летняя мать Анастасии Заворотнюк теряет слух на фоне переживаний о болезни дочери. Валентина Борисовна вынуждена пользоваться слуховым аппаратом. Постоянные нервные срывы на фоне новостей об Анастасии Заворотнюк, которые стараются не озвучивать в прессе, но нам все-таки удалось выяснить, что случилось. В Германии дочери Валентины Заворотнюк сделали трепанацию черепа, которая не помогла победить онкологию. Польские медики, за помощью к которым также обращалась Анастасия, не смогли ничего сделать для нее. Лишь московские специалисты согласились лечить звезду и провели ей повторную операцию. Друзья, вы понимаете, что происходит? К сожалению, неизвестно, как прошла операция, ведь родственники не любят говорить на тему болезни Анастасии. В Польше берутся за работу любой сложности, а здесь отказали. Обычно наоборот, везут из России в Европу, но не из Европы в Россию. Дела у семьи Заворотнюк явно плохи. Но и это еще не все плохие новости, которые потрясли здоровье Валентины Борисовны. Стало известно, что у Заворотнюк появились новые осложнения. У Анастасии возникли проблемы с речью, памятью и двигательной функцией после химиотерапии. Также лечение негативно отразилось и на внутренних органах актрисы. К слову, Анастасия стремилась как можно дольше оградить маму от плохих новостей о своем здоровье, поэтому о диагнозе актрисы та узнавала в течение последних. К тому же, на этой неделе стало известно, что артистка продолжала заботиться о родительнице и будучи больной. Так, СМИ сообщили, что 2 месяца назад Заворотнюк подарила матери машину за 2 миллиона рублей. Но мама, конечно же, все понимает. От нее не спрячешь ничего.